как тут ребята. Где? Ооо, пошла жара! Ооо, гранаты, гранаты, гранаты. Всем привет, с вами Лего и клан АЭС. Мы решили, точнее, они меня пригласили на сервер кого-нибудь бахнуть, посмотреть, но тут самая фишка в том, что здесь есть фермы, это вообще прикольно. Допустим, здесь я открываю, здесь свиньи, и тут есть лут. Это все спавнится, это, естественно, все стоит денег. И также, допустим, в других там фермах. Здесь вот, допустим, оружка спавнится. Все, мечта любого донатера. Заплатил и спи спокойно. Но тут серия это не про ферму будет. И не про аэр, который летит. Прямо, блядь, на дом. Кстати, да, один, походу, на крышу упадет. Да? Я на крышу, да? Или на ферму? На крышу, наверное, упадет. На крышу деревянного ляпка. Ходи лучше отсюда, блядь. Опа, да. Уже началось, ебать, уже валят, хуярят, ебать. Где? Просто а вон, вижу. Уйди, наш аэр, блядь. Нету его, все. Тут еще один. А где еще один? На дороге. Лёшка лёг спать. Не-не-не, на дома никто. А что за кевлар? Кевлар свой вот этот вот? Да. А вот там вдалеке что за... Это не наш. Бомж какой-то. Все. Ещё, короче, я пошел дальний лутать, наверх. Давай. Там надо прикрывать друг друга, сейчас поналетают же петухи. Надо. Я смотрю, блядь, со скалы. Петухи они не, такие. Я баррикады по бокам поставлю. Петухи они все мои. Все мимо вот дома, такие. Да? Во, один нашел я, лут упал. Рядом. А, это ты его лутаешь, все. Один на доме, походу, да? О, давайте еще один запустим. Закидывай. О, еще сопля, слышишь? Закидывай две сопли. Че за лол? А, там кто-то... Один на доме, да? Лол. А у меня туфта какая-то просто. Туфта какая-то. Че? А что, на доме забрали? Был на доме или нет? А кто киллар бежит? Две сопли. Я. А, так на доме меня упал, да? Эй, ты че такой? Ага. Да лол, блин. Че, закидываем или пойдем рейдить? Давайте еще закинем. Да, сейчас набежит, мне кажется. Да нет, сейчас на туре понабегает. Может, положить их? Давай положим и на РТ тогда пойдем. Да, давай. А тогда, когда пойдем в 5 утра, тогда мы. Да. Когда пойдем, просто. Мы, конечно, все рассказали, такие молодцы. Они знают, кого. В 5 утра и. Ну, в 5 утра, короче. В 5 утра. Народ, приходите в 5 утра к нашему дому. Народ, в 5 утра будет халявный раст. В 5 утра. Это непонятно, какого числа. Чисто в 5 утра. Сегодня в 5 утра, но уже ночь. Ай, пошлите, короче. Пошли. Ладно, мы, в общем, видели там какой-то дом большущий на Редтауне и решили его забрать. Не знаю, у нас что, поэтому клан Курлыки — это вообще победа. Курлык, если перевести примерно. Опа, упал. Устал немножко, решил прилечь. Такой, он, наверное, писал сейчас в чат Курлык, а вы его убили. Стопудово. Типа я Курлык 5. Говорит, 100 метров, 100 там, метров, пацаны, Курлык. Там 30, там 30 сишек, да, у него? 140. 140? Бля, мало, не бери, оставь там. А, хуйня, я тоже думаю. Тут камня просто дропается, камень бьешь, эти сразу 70 попадают. Внутри камня идет сложный процесс. Как на заводе. А, камень выпускает С4. Че, какую мы взрываем дверь? Или че мы? Не дверь, взрываем стенку, ставим дверной проем. Нет, дверь. Какой дверной проем? У меня нет дверного проема. Ставь бомби вот эту дверь тогда. А зачем дверь? Мы будем ждать просто, пока дверь вот эта вот все есть. Баррикаду поставим, баррикаду. Какая смысл, если можно зафармить камень и поставить стенку? Ну, не стенку, а дверной проем с дверью. Ну так иди туда, я не знаю. Фармить. Зачем? Нам надо зафармить лес, нихуя мы рейды. Да вы что, ёбнули что ли? Фармить лес сейчас короче, будем. Короче, давайте. Пацанов, 60 сишек на руках, давай, говорит. Пофармить дерево просто. А потом, говорит, баррикаду сейчас ставлю сзади и все. Ой, коры вообще. Там закрыла кого-то баррикадой. Пацана закрыла. Смотрите,
Еще поставим. Давай, взрывайте быстрее уже. Советую быстрее. Давай, взрывайте. Отойдите, сейчас привьет, пришибет. Сейчас привьет, как прививку. Прививают же. Привьет сейчас. Во, тихо, здесь фермочка. Вот здесь тебе, пожалуйста, дверей. Знаешь, сколько и проемов, и кого только нету. Вот сиди в фарме, бля. Да. Что у них там варится? Горит, значит, кто-то есть. Давай дальше тогда надо бахать сразу уже. Да. Я ставлю. Давай. Кто-нибудь один на баррикадах, короче, стоит. Так, у меня вопрос, а нам сишек-то хватит? А хватит, не они. На фарме. Так, что у нас? О, металл фрагменты всякие. Шмай. Реагенты 205. Лево ничего нету. Направо тоже. Ждут просто стенку денег. Надо собрать. Нихуя нет, слышь, надо лестницу искать. А где лестница у них? Слышь, а эти дауны не могут ремувать стенки и там лестница. Мы бы услышали. О, тихо, кто-то подбегает кто-то, короче. Так. Ждем. Знаешь, где бахай? Сейчас скажу, где бахай. Так у тебя же сишки вроде есть, пока бах. Да, сейчас скажу. Мы пока смотрим двери, я только как двери убираются, сразу просто ставлю еще двери. Давай. Так, здесь все уходит туда зачем-то. Уходит зачем-то сюда. Вон там дверь железная. Не-не-не, вот тут поход дела. Все туда уходит почему-то. Все двери туда. Ёпты. Чё? Я... Так, а дальше вот где тут смотрим? Где лестница вверх? Где лестница вверх? Вот тут. Во-во-во-во, взрываем туда. Я ставлю. Давай. Сбомбанет. Бомбанет мое лицо. Бам-бам. Видишь, сколько много... Сука. Ты прям как истинный курлык. Опа-на. Вот баррикады ломают наши. Да? Ну да, что-то. Или что-то ремуется, я не знаю. Может, что ремувят уже в доме? А может, что-то ломают? Они уже дом разбирают, бля. Они уже, короче, там прячутся, что-то там можно. Что-то есть, надо прятать просто. Так. Учат. Что, никто их видит, нет? Кто ничего не видит или нет? Вот тут вроде лестница. Где? Вот. Стрельни один раз туда. Там лестница, там... Там просто проход. Без никуя. А там... Там чё у нас? Так, чё-то ни хрена непонятно, где у них хитрые задницы. Сейчас посмотрим. Просто свиньи бегают, я думаю, кто-то по улице бегает. Это свиньи просто летают. Нарни. Ах вы свиньи, зачем вы бегаете? Нарни, блин. Надо вообще покушать. Блять, все взрываем, то. Нарния. О, наши взрываются. Нарнию взрываем. Больше так. Нет. Дальше смотрим. Вот, о, нашел лестницу. Вон лестница. Так, ящиков нет нигде? Нет. Мне кажется, у них лут на самом деле. Это вообще нереально. Потом... Так ныкать, потому что лестницы нельзя. Вот бомжи-то, а. Вот бомжи-то. По там улице. Что там? А че, ладно? Я услышу, если будет что-то взорваться. Так, а если я здесь взорву, там опять, да, будет? Ну ладно. Осталась одна сишка. Печаль, беда. А, еще. Давай. Опа-на, дверь открыта. Дверь открыта, это хорошо. Это вот лестница. Во, взрываем. Бля, сейчас такой эпик фейл будет, когда мы дойдем до самого верха, а там... А вот этот лут, один ящик с лутом был там внизу. Опа-на, окошечки уже, да? Уже где-то близко. Там. Главное, нигде ящик. Баррикады бьют баррикады. А там что, ты уже не можешь двери поставить? Нет, еще что-то нет. Ну я не знаю, там просто могли уже сломать баррикаду одну. А, ну тогда осторожней. Да-да-да, ломают. Так, лестницу никто не видит? Мы внизу. А, вы внизу? Ставить нельзя. Лестница. Короче, подожди, это уже самый верх, что ли, или чё? Что-то понять не могу. Что-то я не могу понять этот суперский дом, в котором никуя нет. Вот это подстава. О, я нашел лестницу. Вот она. Надо еще сишки.
Не, ну этот порог уже на хрен стоял, короче. Взрывайте здесь, блин. Есть. О, нифига вы это. Добрые. Раскидываемся. Добрые. А чё, типа... Так, чё, получается дом из трёх фундаментов в ширину и чё дальше? Вот, опа-на, опа-на! Вот и развязочка, походу. Я надеюсь на это. Это просто бам-бам-бум-бум. Ну-ка. Давай, пошла жара, а, так. Перушку поставил. Тут оружие, блядь, какое-то. Оружие куча. Ну забираем, что можем. Но это еще, это не все. Это не все, да. Забираем, что можем. Я к вам уже поднимаюсь. Ресурсы я забираем, куда? Какие можете. А сульфура здесь. Здесь очень много сульфура. Очень много сульфура. Вот, сульфур это вот, короче, надо. Там. Да, сульфур я забираю. Сульфур я забираю. У меня. О, металл здесь. Смотрите, знаете что? Вообще я вам скажу, ребята. Короче. Берите, где у вас много патронов, и ломайте ящики, которые уже отлутали, потому что под ящиками да, могут да, быть... А, это я. Я увидел видос. На, короче, лего еще. Подожди, пока держи у себя, вы пока лутайте, что это можете. Вот здесь металлофрагментов очень много. А я пока буду дальше смотреть, дерево. Куда. Дрянь, короче. Там что-то ломают, слышишь? Огород фармят. Там огород еще фармят, блин. Огород фармят? Понял? Дай. Тупо стоит, их рыдят, а они огород фармят. Но это не они. Здесь на всякий случай баррикады поставим. Опа-на! Это я. А, все, вы все лутанули, да? Ну то, что нужно, да. Угу. Так. Чё... О, вижу еще ящики. Прямо по курсу. Прямо может... по курсу. Чё? А, ну ладно. Так, ну сульфуров у меня раз, два, три, четыре, пять, шесть стаков. Во. Смотрите, я... Тихо, я сейчас попробую сделать эксклюзивную работу. Тут сишка. А что это за баррикады вообще просто на приколе? Как мне дальше проходить? Подождите, тут это, в дверях интересные штуки. Да. Я пытаюсь сделать эксклюзивную работу. А, я понял. Не эти не зацепить. Да. Смотрите, сколько ящиков. Тихо. Вот мне кажется, здесь вся тема сейчас будет. Вот ну, так, да. Не сломал, нормально. Сейчас все будет. Эксклюзив работа. Ну-ка, ну давай, удиви, сука. Да! О, и чё? Две сопли. Я две сопли нашел. Хорош. Четыре сопли, бля. Я пролутал, бля. Давай, вот это Алекс, сейчас. У них сишки должны быть 100%. 100%. 100%. Значит, ты две сопли, да, лутанул из этих мешочков? Да. Все нормально. Да. Опа-на, пошла жарень. Олега сначала смотрит, потом мы... Фух! Нормально. Ебать, дайте посмотреть. Да, мы ничего не берем. Ящик полтоку тут. О, здесь на железный дом всякие темы, так, понятно. Смотри, вот ящик полтоку. Нашел четыре сишки. Две сопли нашел. До конца вниз прокручивайте. Давай. Две сопли? Нашел, четыре сишки, да. Там, короче, ящик. Забирай. О, здесь куча дверей. Тут еще на дом хватит. Жара вообще. Жарище. Вот этот смотрел, Лего. Какой? Патроны, вот этот, на котором я... Патроны, сделал. Слышишь? Я металл вообще выкидываю, он нам не нужен. Да, металл не надо, берите лучше, что надо. Болтовок там, жопы жуй. Пиларов, М16, кого только... Может, сульфур тоже надо? Дерево, берите резы. А нет, сульфур бери. А это дерево надо, нет? Не, дерево, это дерево выбрасываю. Дерево, это все ничего не нужно. Нужны только патроны и резы. Ганпаудер выкидываю. Сульфур нужен, да? Еду выкидываю, да, это говно выкидываю. Металлофрагменты не надо? Он же тоже не надо. Пиздец, вот такие мажоры. Это, слышишь, может, 9-миллиметровые патроны тоже нахуй не нужны? Да, у нас там их, кстати, дофига. И это П-250 тоже выкидываю, нахуй. Аптечки тоже можем не брать. Пиздец вы, птички. Нормально. Давайте пока оставим это, сюда вернемся как бы. Короче, сишки эти забрали вы? Сюда вернемся еще. Патроны, собирайте. Я дверь только свою поставлю. Я просто все забрал.
Ну это, ребят, это не предел, походу. Тут еще, короче, что-то сейчас будет интересное. Смотрите из этих в стены. Главное, в стены смотрите. Я. А, стой, стишек тут, ребят. Где? Смотри, рядом. О-о-о, пошла жара! О-о-о! Гранаты. Сколько там сишек? О, забирай, сишки. Три сопли, блядь. Вот у них. Такой этот... Это просто эпик. У них такой... Шну. Давай, я сишечки забираю. Гранаты надо, нет? Да, пока... Подожди, давай я гранаты буду... Хотя, мне кажется, уже все, да? Это конец, наверное? Подожди. День... Что такое? Кто это взрывает? Это не мы, да? Нет. Это не мы. Это кто-то. Баррикады могут ломать. Это дверь мою поломали, наверное. Нам надо этот проем поставить, блин. Наше все поставить. Возьмите дерево, скрафтите стенку. Тоже верно, да. И вот это закрывайте. А мы если что, с другой стороны выйдем. У нас здесь очень много ресурсов. Мы замутим. Я пока ломаю... Нет, ломаю, это я не буду. Так. Мешочки лутаните все. Вот которые не... Ну, забирать вообще? Да, гранаты... Я заберу гранаты, я сейчас гранатами буду это... Заберите... Давай, короче, лутаю все гранаты. Да, я буду дальше взрывать. У нас просто 6 соплей. Стойте, стеночку надо поставить. Я баррикады... Баррикады возьмите, я там выкинул. Я стенку ставлю. Кто-то бродится. Да. Заберите еще гранат, который в мешке лежат, мне не хватает просто. Давай, заберу. Я стенки две ставлю, потом отремовить. А я не смогу их отремовить, походу, да? Там 5 гранат лежит в одном из мешочков. Забрал? Заремовить не смогу? Нет, ставь проход, блядь, и дверь. Да, проход и дверь ставь. Быстрее, блядь, только, они сейчас могут подойти. Все, уходи, я взрываю, дальше там смотрю. Да, прошли. Глори. Там, я не забрал, короче. Блядь, я в натуре, я, блядь, протупил стенку, поставил пуга. Я думаю, это кеки, наверное, пришли. Все, отходите, здесь нету больше гранат, все, в мешках пусто. Пошлите. Я пошел дальше. Кровати поразбивали. Гранаты не жалко, пойду дальше. Ребят, ну у меня на кармане 36 сишек. Офигеть. И у меня 10. И у меня 15, 16, 18. 18 у меня. У меня только одни болты ебанутся. Неплохо. А я гранаты могу накидать. Вообще нормально, чуваки живут. Главное еще отсюда уйти. Да. Кстати, вот это вот самое главное. Только я не знаю, как мы будем отсюда уходить. Туннель копать будем. На огороде начнем. Подкоп будем делать. Нас стопудово будут ждать. Это как будут. Мы выйдем из другой стороны. День быстро бахнем. Мы проломаем стенку, блядь, зубами нахуй. Будем подкоп. Тихо. Что там дальше есть? Так, здесь выход, да. Здесь что там? А мы уже на самом верху, крыша идет. Я понял. Здесь... Я просто смотрю, может еще что есть? Ну-ка, отойди, я вот эту стену добью, она черная. Отойдите. Стоп. Чё? Все. Вот, а тебе все забрал? Ну, вон, болты надо добрать. Болты. Так, это болты. Знаете, как-то. Ой. А что там есть? Да смотрим. А, стоп, а чё мы пугались, если мы друг друга покоцать не можем? А, ну да, мы-то, мы же не можем друг друга. Так, где еще что может быть-то? Чё, думаешь, там есть что-то? Кто стреляет? Это я, Вали. Там нету. Я, короче, чтобы не нам, тоже не трещать, выкидываю от них. А вот тут? Чё, где? Где? Стрельни в стену. Куда? Это же вы... А, туда? А чё там? Думаешь, подожди, это же мы оттуда пришли, это же баррикады наши, да, лестница вниз. Пришли, там вот, вот здесь еще пройди... Подожди, где... А, ты туда стенку поставил? Не, мне кажется, мы у них все уже. Мне тоже так кажется, вот эти сапли, последние сишки. Я так. Ты ремонт... А ну давайте разобьем эти, может у них тут... Тихо, стоят уже, возле наших баррикад стоят чуваки. Стоят, да? И ждут. Давайте сюда, они в говне полном. Ну все, пошли, расстреляем. Вот сюда вставайте, я сейчас покажу где. Я, блядь, заблудился. Отойди, бомбанет тебя. Так, вот сюда вставайте всей пошли. Толпой к нам, ко мне. Давайте, и гранатами их закидаем. Не гранатами, а это... Зачем ты все выкидываешь? А нафиг оно нужно? Готовьтесь, вы лучше эмками цельтесь, они за этой стеной будут прямо сразу. А что ты хочешь? Я хочу убить стену и убить их. Да.
Наверное, чем-то разбивать. Сейчас сломается уже. Вот там они будут. Внизу? Да-да-да, они были здесь, они были. Меня бьет. А, вон он, наверху. Наверху. Быстрее за ним, чтоб ничего не убил, не утонул. Убил. Хорош. А нашего убили? Одного, да, меня. Быстрее лутайте и уходим, пока их нету. Шнур, у меня инвентарь лучше проверяй. Гранаты. Ладно. Двери. У меня место есть. Подожди, а где они? Где? Как отсюда выйти? Я что-то не понял. Они двери, что ли, поставили? Они дверь поставили, да. А нам куда гранаты кидать? Я вот не понял. А где вы лестница? На пролом идите. Подожди, а где лестница? Вот что ли? Нет, это не лестница. Подожди, а там еще одна дверь? Да я предлагаю вам стенку сломать, надеюсь. Надо на нижний ходить. Этаж спускаться. Зачем? Нам надо пониже спускаться, да. Видишь, нас закрыли. Лол, здесь деревянная стена, давайте ее расстреляем. Деревянная дверь. Дверь, да. Это они поставили, что ли, дауны. Так она также не ломается. Шнур. Почему не ломается? Она стенка ломается разве? Она ломается. Она вроде уже потемнела, нет? Я сейчас за лутом за своим приду. Давай как раз проверишь, скажешь, что там. Не ломается. Да как так не ломается? Давай тогда грен накидай туда. Топор. Топором ее можно сломать. Или давайте топор. Давайте топор. Там кирки были наверху. Хотя ладно, кидай гранаты, насрать. Какая разница? Гранат все равно не наш. Уже подходит. Да, походу опять. Нам надо быстрее это, выходить отсюда. Мне лут надо свой забрать, ребят. Давайте там не задумаем. Все. Да, ты нам рассказывай, что как. Еще одна деревянная дверь. Еще гранаты давай. Надо топоры, короче, походу. Есть кирка у меня. Давай кирками, ломай, что ли. Долго, как это тут-то забирать? Олег, не гони. Че, давай, ломай, это, давай я тогда кидаю. А, вот ты бей, тебя же не взорвет, ты можешь бить. Надо его дождаться, чтобы он лут забрал свой. Тут болты и патроны и ем. Да, его надо впустить будет. Кого-то еще выпить. Я подхожу. И смотри, там есть кто или нет. Все, добивай, у меня больше нету. Я пошел вверх, долутаю, что было. Смотри, ну у меня все забито патронами, тупо, я не знаю, что выкидывать даже. У меня все забито. Ничего, я подхожу, блин. Баррикады выкидывай, нахуй, они не нужны. Так. Думаешь? Конечно. Тут нечего выкидывать. Тут борода просто. Тут борода. Главное, блять, эти. Сколько этих, блин, у нас? 5, да, получается? Сапель. Да. Сапель, да. Ну, у меня 2. У меня 3 сейчас в кармане. У меня 2. Это 7. И дома 2. 9. Серьезный рейд, просто серьезный. Плюс еще 36 сишек, да? Да, еще. У меня 15. 16, 18. 28. Охереть. 28. Мы ничего не просрали практически, что ли? Мы, да. еще больше взяли. Мы еще охереть. И еще сколько стаков патронов, блядь. Да и у меня все под завязку. У меня инвентарь болтов, блядь. Нам главное до дома донести все. Я все около дома уже. Я не знаю. Пока я никого не вижу. Смотри, все, потому что сидеть как суки могут прыгать. Понятно. Здесь с пайп-шотганом, ты понял, Гас? Кто-то тут палит. Пайп-шотган. Так, я к вам подхожу. Спускаешься, нет? Да, иду. Подождем его и уходим. Народ, там бомж какой-то. Давайте запустим нашего или что, или просто бежим? Да бежим, ну, наверное, давай, ждем тогда, заходи в дом. Заходи, да, и говори. Ходить? Да. Заходи, когда будешь подниматься. А тут дверь еще. А тут дверь железная. О, чё, вот же, смотри, ферма. Ферма есть. Народ, да? Там железная дверь, не найти. Вон они, около дома, Вот он. Мандак. А дверь наша?
Железная. А вроде, ну там нет. Это подожди, это наши чуваки вот эти? Нет, а? Нет, нет, вот это вот нет. Нас же четверо. Ты теперь, нет? Идите нет. ко мне, идите ко мне, через, через ферму выходим, ставлю сишки и выходим через ферму. Давайте, нет, я... погоди, подожди, погоди. Надо, чтобы он же шлут забрал. Вот, я перед вами прямо. Нет, где? Не перед вами, это не наш. С пайпом за мной бегает. Давай вот эту дверь снесем и все, ее не поставят. Сношу. Стой, стоп, 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 я приду. Топор. В фарме, дверной проем. А зачем? Народ, за мной сейчас сломанем и дверь сюда поставим. А у тебя дверь есть? У меня нет слотов просто. У меня есть, у меня есть дверь. Народ, давай, давай. Быстрее, меня тут спай пофигачут. А что быстрее, блядь? Сейчас, подожди. Вот возьми, Олег. Я не знаю, возьми, короче. У меня есть кирка, у меня, говорю... Я дерево сейчас... немножко надо, на дверной проем. Ну сделайте дверной проем, вы же можете сделать. Я не могу зачем. Я сейчас откисну. Вот же дерево стоит, вот же дерево. Так его надо чем-то отрубить. Вот кирка лежит. Всё, вот кирка. Хватов нету вообще. Короче, там только пайпухи и все, больше никого нету. Нет, только одна пайпуха. Давай выходим, что одна пайпуха, это вата все. Выходим. Там бомжи, они сейчас достают хлам от всякого. Пускай выходим. Они на ферму заходят, да. Они на ферму тогда заходят и обрадуются. Да? Все, вываливаемся. От... Все, бежим, бежим, бежим на, да, на медвежку, уходим, тупо бежим. У нас нормально все. Главное бежать. Бежать и ни о чем не думать. И говорить. Спасибо, пацаны! Спасибо! Жалко, что я свой инвентарь не забрал. Отойди, забери, иди, бери. Иди, бери, там же открыто, лол. Там сейчас бомжи столько себе понабирают. Да, там видишь специально под шумок, бомжи. А так, там вы ничего не оставили? Ферма на РТ. Нет, все, иди забирай. Халява, налетай. Что, видишь, что из РТ, и все, быстрее. Все, быстрее, да, там наверх поднимайся. Бегу, бегу, бегу. Мы-то, главное, все унесем, там же сишек нет, там только тебе. Да у меня там болты только. Нормально. У меня патронов на М-ку, сульфура, херва туча. 7 стаков сульфура. 2 сопли, 36 сишек. 3 сопли, блядь, 18 сишек. 400 на М-ку патронов. Вот это жара, просто нормальная тема, нормальный Йо. Лут. Это рейдный. А что, 5 утра? Еще, ебать, 10 гранат. Только знаешь, что меня больше всего сейчас беспокоит? Чё? Что это все могут у нас за ночь унести. Мы запрячем. Прячьте куда-нибудь. А я там с ювелирной работы, мы сколько саплис достали, да, получается? Ну да, да, 2 сопли с ювелирной работы твои достали. И такие 5 мешочков по центру в комнате, жесть. Слышите, короче, после видео, когда закончишь, ага. Надо кое-что короче, подумать. Там ладно. Минут 10 выделишь, не ляжешь спать, подумаем что-нибудь. Ага. Изи, сейчас добежим. Изи, чё? Ну, меня только не прибейте, чё, я подумаю. Ты там это, ты уже забрал свой лут-то? Я еще бегу по ну, дороге. Ты еще туда бежишь? Ого, там бомжих на халяву. Ты, наверное, залетает. Там навряд ли что-то берешь. На ферму там просто налетает. Да не, на заберет, поверь мне, там даже если все бомжи этого... А все... там в чате что происходит вообще? Что-нибудь да пишешь? Ничего, 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 ничего пока не происходит. Все что-то перезаходят, заходят, либо... Халява фирма, Эль. Там столько... А вон, давай, бомж бежит. А хай бежит себе. Удачи ему. Все бегут за мной. Да, 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 бежим. Какие-то там двое тоже чуваков подготовились. Деревянные двери наставили за нами. А сколько мы примерно потратили? Потратили мы меньше, чем. Ну подожди, Олег сначала потратил 15, потом да. 10, это 25, раз ему там давал. 10. 10. 35 потратили, получается. 35 потратили, да? 35 потратили, и у меня сейчас 16. 16 у меня сейчас. Да, ты же стенку. И у меня 36. И у меня 10. Ну в плюсе тогда, что ли? Или нет, подожди. Да, на 20 чем. Плюс еще сульфур. Еще сульфур у меня 6 стаков. Патроны. У меня еще 10 гранат. Патронов куча, да. Ну нормально. Все, наверх закидывали. Да, в любом случае, в плюсе, не в плюсе, рейдить всегда весело. Это самая, типа, тема раста же получается. Ну да. Какая разница там, в плюсе нет. Когда бахаешь дом, начинается мандражировать все, потому что только прийти знаешь, могут что-то, все.
Знаешь, какой минус? Все или ничего, стена? Знаешь, так вот. Есть... Нам в следующий раз надо взрывать стенку, сразу ставить проем и дверь, чтобы не было такого говна, как сейчас, чтобы за нами двери не делали. И все. Знаешь минус этого сервера? Тут, короче, есть лимит на постройку, понял? Ну, это нормально, с одной стороны, чтобы... Все зашли? Давай, Лего, чтобы все бахали. Ну все, всем спасибо, дом мы палить не будем. Всем пока, ставьте лайки. До свидания. Давайте, не убивай. Ребят.